кулинарных рецептов много не бывает. На пороге гости вы ищете вкусный рецепт для праздничного стола или просто хотите удивить своих близких чем-нибудь новеньким? Тогда загляните на нашу кухню. Блогер и шеф-повар в проекте «50 рецептов первого» раскроет секреты приготовления вкусных блюд. Итак, запускаем кулинарное производство «50 рецептов первого». Просто вкусно! Мы вас предупреждаем, этот выпуск о лапше, но на уши вам ее никто вешать не будет. Мы лучше вкусно ее приготовим, а следом поделимся беспроигрышными рецептами. Сегодня для вас готовит ведущая Марина Кондратьева и шеф-повар Александр Кириенко. Здравствуйте! И действительно, мы сегодня приготовим блюдо из лапши, что самое важное, сделаем ее своими руками. Где мы привыкли видеть лапшу? В супе. Правильно, Саша? На ушах. Ее обычно не видно, но мы всегда ее чувствуем. Хорошо, если чувствуем. Мы привыкли видеть лапшу еще, я не знаю, за обедом. Это как второе, это как паста, лапша может быть. Лапша может быть в лагмане, лапша может быть. Где еще лапша? Может, такое вот самое распространенное использование лапши. Я вообще очень люблю лапшу, и даже больше люблю ее, нежели спагетти. Мне нравится, когда макарон длинный и плоский. Тогда на него больше налипает соуса, больше налипает продукты, и он становится более сочнее. Да. Вот не зря. Особенно мне нравится лапша в этих гнездах. Тагиателле, который называется. Да, тагиателле или фетучини, если они поуже. Да. Да? Итак, друзья, сегодня у нас главный герой лапша. Это продукт, который обожают японцы, а японцы достаточно продвинутая нация, и мы готовы довериться им в их выборе продукта. Сегодня основной герой лапша, и приготовим мы ее сами, что самое главное. Мы сделаем, да, своими руками лапшу, мы ее не купим в магазине, как мы это обычно делаем, а мы расскажем и подробно покажем, как готовится сама лапша и что готовится из этой лапши. И какие блюда действительно можно из нее приготовить. Друзья, забываем о супе из детского сада, сегодня будет нечто особенное, поэтому оставайтесь с нами, мы попробуем удивить вас. Начинаем готовить. Лапша с тофу, зеленым луком и арахисом. Для яичной лапши – яйцо, мука, соль. Лапша, соевый соус, рисовый уксус, кетчуп, бобовые ростки, свежий имбирь, растительное масло, чеснок, тофу, зеленый лук, яйцо, кинза, арахис, лайм, соль. Салат из лапши и овощей. Лапша, морковь, растительное масло, репчатый лук, чеснок, огурец, перец чили, оливковое масло, соевый соус, соль. Грибной суп с лапшой. Шампиньоны, мука, яйцо, морковь, репчатый лук, укроп, чеснок, лавровый лист, растительное масло, соль. В Японии не менее 200 тысяч ресторанчиков, предлагающих лапшу. Это значит, продукт этот популярен и, наверное, всеми любим, раз так, да? И именно в Японии была создана лапша быстрого приготовления. Это случилось в 50-х годах прошлого столетия, и человек просто разбогател и стал звездой в своей стране. И в 2000 году этот продукт был назван продуктом вообще вот... Чуть ли не Нобелевскую премию ему выдать за это, за то, что вот была создана эта лапша быстрого приготовления. А я бы, наоборот, бы приготовил бы лапшу медленного приготовления, потому что, знаешь, иногда, когда на кухне ты работаешь, и выходит много-много-много заказов, ты ставишь варить спагетти и забываешь про них, перевариваешь, тебе надо их еще раз варить. Я бы придумал спагетти длинного приготовления. А что у нас сегодня будет за лапша, Саш? Какого стиля? Мы сегодня приготовим лапшу с тофу, зеленым луком и арахисом. О, как вкусно! Мы приготовим... Японское что-то, да? Да. Мы приготовим всем известное суп-лапша грибная. Всем известное? Всем известное. Это что-то такое популярное, распространенное? Это мега популярное. Это что-то из детства? Это что-то из детства, мега популярное. Это что-то, что я пропустила? Ну, у тебя есть сегодня как раз-таки шанс схватить это и понести дальше с собой. Хорошо. Рассказывая всем, что это было давно, с детством. Ага. И мы приготовим необычный в итальянском стиле салат с лапшой и с овощами. Ох, как необычно. Такой итальянско-японский. О, супер. Саш, какая сама лапша будет? Лапша? Яичная, пшеничная, рисовая, гречевая. Она будет яичная, пшеничная. Она будет именно... Вот наша лапша, если ее правильно приготовить, дома взять и сделать,
то ее невозможно переварить. Потому что сколько бы ее ни варил, ее не переваришь. Но при этом, даже если ее 15 секунд прокипятить, она будет такая же, как и через 2 минуты. То есть универсальная лапша. Ух, рассказывай тогда, как ее делать. Вот нам со зрителями это срочно нужно. Есть несколько видов самостоятельной лапши. Я вам приготовлю и расскажу, который более простой. Это 500 граммов самой простой муки. Хорошая такая щепотка соли. И сейчас нам понадобится разделить. Нам понадобится желтки и белки. 6 желтков. Что мне нужно делать, Саш? Может, я начинки какие-то могу готовить? Ты приготовь, пожалуйста, да, начинки. Я тебя попрошу, порежь, пожалуйста, шампиньоны, поставь кастрюлю, налей туда водички, будем суп варить. Мы подготовим. Также еще я тебя попрошу имбирь нарезать, измельчить арахис. Короче, у тебя здесь целая куча работы будет. Этому я только рада, Саш. Итак, начинаем варить суп, какой-то знаменитый суп грибной с лапшой, о котором я, к сожалению, не слышала. Я, видимо, что-то пропустила в детстве. Саш, как нарезаем грибы для него? Разрезай напополам, переворачивай. И еще напополам. Нет, и измельчай. А, измельчай, все, да. Поняла. Итак, смотри, 6 желтков у нас есть. И теперь нам понадобится, ну, вообще на килограмм берется 7 яиц, поэтому понадобится 3 больших яйца целых. Шампиньон – это универсальный гриб, который возделывается в промышленных масштабах. Его можно есть сырым, все мы знаем, он богат белком, вместе с тем богат клетчаткой, здорово очищает организм. И в то же время это все-таки гриб и достаточно тяжелый в переваривании продукт. Поэтому не рекомендуем, друзья, есть шампиньоны и вообще любые другие грибы на ночь. А что у нас еще будет в супчике, расскажи. А вот в супчике у нас будет еще морковь с луком. Их обжаривать мы будем для того, чтобы они были красивые, придали яркости и цвету. Естественно, будет сама лапша, будет зелень, все. Скажи, а в своем детстве мама готовила сама лапшу, вообще пасту, макароны? Нет, у нас, наверное, нет такой традиции в Беларуси, чтобы вот сами готовили. Это всегда был доступный продукт. С конца 18 века у нас уже появлялись макаронные фабрики. Макароны нам всегда были доступны, поэтому готовить их смысла не было. Временами, может, муку было дороже купить, нежели купить уже готовые макароны. А если у тебя есть своя мельница? Ну, это другое дело. А макаронная фабрика много-много верст от тебя? У моих родителей не было своей мельницы, они покупали макароны. У них было транспортное средство? В моей семье тоже нету традиции готовить сами макароны. Что-то из макаронов – да, макароны – нет. Саша, сколько нужно шампиньонов? Достаточно ли? Нет, давай еще чуть-чуть. Еще мам, да. Шампиньонов. Это вкусный суп, который, я думаю, с радостью будем кушать не только мы. Ну и вся наша съемочная группа. Команда. Да, мы думаем о них. Ну вот, тесто наше готово. Я нарезала шампиньоны, сейчас измельчаю морковь медальонами и лук мелким кубиком. Обжариваю все это дело, потому что нам нужно карамелизовать эти продукты и сделать их ароматными и вкусными. Следом начинаю компоновать суп. Уже в кипяченой, в кипящей, в горячей воде. Я прокатываю лапшу. Чтобы она стала эластичной, мне надо ее прокатать как минимум 5, 6, 7 раз. У нас уже закипела вода для супа. Мы отправляем в нее вот эту большую гору шампиньонов. Ух, какой аромат сейчас будет на кухне. Уютный, семейный. Красота-то какая. Красота, Саш, ты прав. Так, морковочка наша начинает карамелизоваться, покрываться такой золотистой корочкой, из оранжевой превращаться в желтую. Так вот, так работает волшебство горячего растительного масла. И сюда же отправляем лук, который, к слову, даже слаще, чем морковь, потому что в луке содержится огромное количество сахара. Именно поэтому, когда он зажаривается, пассируется, он становится таким сладким, прям десертным продуктом. И аппетит. Сразу возрастает желание что-нибудь скушать, когда слышишь жарится, запах жареного лука. Да, согласна. Саш, ты относишься к тем, кто солит и приправляет зажарку в суп? Или ты уже работаешь непосредственно со вкусом супа, ничего не делая с зажаркой, лишних движений никаких? Ну, зажарку я вообще никак не... Да, не движений солишь. Никаких не делаю. Поняла. Я не знаю, многие продукты я... Когда вот, ну, отдельно приготавливаю, я добавляю соль или добавляю там перец, что-нибудь добавляю. В зажарку ни разу. Ясно. Все, лишний раз не солим. Все правильно, друзья. Саш, ты как готовить лапшу, если у нас нет чудо-машины?
раскатывается вручную. Скалкой. Да, все то же самое, смотрите. Вручную вы раскатали один слой, потом еще раз сложили, раскатали, потом еще раз сложили. А зачем вот складывать? Раскладали. Я не понимаю. При этом все время вы просыпаете мукой. А в чем особенность? В том, что когда ты вот потом этот сэндвич нарезаешь, у тебя получается уже готовая лапша. А-а-а. Понимаешь? Понятно. Вам понятно все? То есть вы берете слой теста, с мукой смазали его, присыпали, потом сложили, раскатали. Еще раз присыпали, сложили, раскатали, у вас получается сэндвич такой. И вы этот сэндвич потом берете и тонко нарезаете. И вот у вас получается уже готовая лапша, которую не надо вот так вот растягивать, носить по кухне, наматывать на руки. Она у вас аккуратненькая, которая в муке и не слипнется. Итак, смотри. Мы раскатывали тесто ровно столько раз, чтобы оно стало эластичным. Я вижу, оно как шелковое. Да, и больше на нем нету вот таких каких-то там, знаешь, сухих, порванных мест. Волшебно. Итак, друзья, у нас уже готовы первые гнезда лапши. Саша, расскажи, можно ли вот такую домашнюю лапшу каким-то образом, ну, я не знаю, сохранить? Конечно. Как ее высушить? Подсушить. Просто можно разложить вот так вот. Как-то. Да. Раскладываешь вот таким вот образом. Ставишь в теплое, сухое теплое место. Угу. Ну, то есть можно духовку включить на минимум. Либо там, где проветриваемое помещение, к примеру, балкон, оставить. И она вот таким вот образом, она подсыхает. Шикарно. Друзья, у нас между тем готова поджарка. Мы добавляем ее в суп. Да. Там уже у нас... варятся шампиньоны, веселятся. Саш, что еще добавляем сюда? Осталась лапша. И все, да? Да. То есть суп готов? У нас есть уже часть лапши. Какой такой белорусский суп без картофеля? Без картофеля. Хорошо. Лапша. Отправляем. Отправляем туда Оказывается, лапшу. Оказывается, в Японии принято считать, что лапшу ни в коем случае нельзя разламывать, либо разрезать. Чем длиннее лапша, тем длиннее жизнь человека, который ее ест. При этом удивительно то, что в Японии лапшу не накручивают на вилку, это мувитон. Ее надо именно вот захватывать вилкой, класть в рот и вот так... тянуть. Всасывать, да. И чем громче и... слюнявее, можно сказать, ты это делаешь, тем ярче комплимент тому, кто тебе подал эту лапшу, потому что это считается, что человеку очень нравится, и вот он показывает. И вот эти вот длинные диковинные усы из лапши, это вот как признак того, что все идет хорошо. Ты же мне все покажешь, да? Ты мне покажешь. Конечно. Я специально, я даже репетировала это. Ты репетировала, да? Да. И вот, смотрите, наша лапша, ей вариться много не нужно. Вот, смотрите. Вот она, лапша. Ух, вот такого супчика я бы отведала. Здорово. А если бы еще кусочки курочки туда, да? Если бы, да, бульончик был, и мы смогли это все намного больше времени потратить, с твоего позволения. На здоровье, Саша. Можно еще немного добавить соли. Соли, да? Да. Первое блюдо у нас готово. Это грибной суп-лапша с домашней лапшой, с домашней яичной лапшой, которую Саша приготовил только что. Должно быть, это удивительно вкусно. Сейчас у нас салат. Хватит? Ну, это не для салата, это для лапши с тофу, но тоже измельчай. Измельчаем арахис. Да. Измельчай арахис. Достаточно столько будет, Саша? Да. А что у нас будет в салате, расскажи. В салате у нас будет с тобой... морковь. В салате у нас будет с тобой огурец. Угу. У нас будет лапша. У нас будет интересная заправка. Необычно, ты знаешь. Причем, если огурец и морковь нужно потереть на мелкой терке, это как соус к лапше получается. Какой-то сырой, не совсем, такой овощной. Нет, оно не совсем на мелкой терке. То есть оно должно нарезано быть жульен, соломкой. Такая тонкая соломка. Я поняла. Мы жульен. Так решили схитрить и... чтобы не тратить много времени, потереть на мелкой терке. Да, да. Мы схитрить решили и уменьшить время приготовления. Саш, а в ресторанах готовят вообще лапшу вот домашнюю такую? Собственному приготовлению? Да. Да. Скажем, уважающие себя готовят. Они не покупают. И хранят, да, какое-то время? Конечно. Высушивают, здорово. Дальше мы будем мариновать морковь. Ого! Огурец мы оставим в таком виде, как он есть. Замаринуем морковь. В чем?
специях. У нас будет чили-перец, обычный перец, у нас будет чеснок, у нас будет оливковое масло и немножко соевого соуса. Ты сразу вот говоришь и подавай сразу сюда. На. И я с удовольствием на. Это все немножко сделаю. Немножко соевого соуса, чили, обычный перец, зубочек чесночка, который можешь там же натереть, соль. Все, вроде бы это все. Для лапши с тофу я буду подготавливать там такой соус, такой необычный, специальный, который тоже состоит из соевого соуса, кетчупа. Немножко соевого соуса. Паприка, да? Это да. У нас паприка. Это и паприка острая. Острая прям. Тогда много не берем. И черный молотый перец. Перемешиваем. И морковь можно считать замаринованной, да, Саш? Да. Такая немного, остренькая будет. Немного уксуса. Готово. Свежий имбирь. А, чесночок еще, да, Саш? Да. Чесночок. Куда же мы морковь без чеснока отпустим-то, а? Итак, дальше смотри, нам понадобится сковородочка. Угу. Сейчас быстро обжарим лук. Добавим в мисочку, в которой будет морковка. То есть уже перегружаю все, да. Печеньку смешиваю. Да. Ух, какая острая получилась. Ничего. Сильно-сильно? Ну, такая, ух. Дай мне вилочку, пожалуйста. Огурец тоже сюда, да, Саш? Да. Итак, как варить вообще, как по правилам варить домашнюю лапшу, Саш? Вода. Вода. В воду добавляем соль. Щепотку соль. Соли. Есть, есть, добавляю. Щепотку соли и буквально столовую ложку масла. Вода закипела. Да. Как только вода закипела, вы опускаете туда наше макаронное изделие, любое. Если это свежее, да, если это свежее, то ее буквально после того, как она закипела, 2-3 минуты можно снимать. Если это магазинное, то оно на упаковке написано, сколько ее варить. Угу. Вот, в нашем случае, то есть, ну, 2-3 минуты. Закипит? Нет, закипит, и мы ее отставим. Закипит, мы ее отставим, чтобы она немножко набухла. Мы ее вот как лапша, которая сейчас набухает, мы ее тоже отставим, чтобы она набухла. Я буду готовить последнее третье блюдо. Оно будет набухать, а салат уже смешаем мы перед самым приготовлением. Хорошо, договорились. Чем я еще могу тебе помочь, Саш? Может, тофу нарезать? Давай, нарежь тофу. Как его нарезать? Ай, кубиком нарезай, который тебе кубиком. Нравится. Кубиком, отлично, на, дай мне досточку. Забирай, пожалуйста, спасибо. Досточку. Итак, я обжарил лук, мне нужно его сюда отправить. Саш, сколько тофу нужно? Достаточно. Половиночку. Я, надо признаться, тофу не... Я не могу сказать, что я не люблю его, но когда я пробую, мне он не интересен. Ну? Но так получается, что с шефами мы всегда что-то делаем с тофу, и это что-то всегда очень вкусное. То есть это тот продукт, которому нужен характер. А характер, он в ваших руках, в вашем настроении, в ваших знаниях и умениях. Поэтому мы делимся с вами знаниями о том, как разукрасить вкус этого продукта, а вы уже черпаете эти идеи и используете их у себя на кухне. Ты варишь лапшу. Я нарезала варю. Тофу. Дальше что делаем? Давай мне еще, еще. А смотри, это у нас пророщенные ростки. Это пшеницы. Ростки будут сюда. Они замаринованные? Возьми, я тебе еще знаю, что попрошу. Возьми зеленый лук, порежь его, пожалуйста. Сколько? 2-3. Вот сколько ты взяла. Чеснок свежий для нашего последнего рецепта. Обжариваем. Скинь мне, брось, пожалуйста. Угу, угу. Обжаривать будем? Да. Ножика хочу еще. Давай. Тут как раз такие беленькие. Угу. Ну что ж, последние штрихи, друзья, последние моменты приготовления. И наш удивительный обед будет готов. Это действительно необычный обед, в ходе которого мы приготовили сами. Приготовили яичную лапшу, удивительную на вкус. И из нее же готовим блюдо. Давай проростки. Проростки. Забрасывай сюда проростки. Ух ты. Вот он, горячий процесс пошел. Итак, здесь мы смешали кетчуп, соевый соус и свежий имбирь. Немного уксуса. И отправляем это все сюда. Оставим только одну маленькую часть. В конце полить это. Для украшения. Также берем часть лапши. Красивая какая, как кудри. Это такая паста по-восточному, да, Саш, получается? Да, в которую мы добавим с тобой тофу. В какой момент добавляется тофу? Давай, добавляй. Можно уже так прогревать его прям, да? Да. Ух, даже я участвую в создании этой удивительной пасты. Орехи.
Тут орехи? У нас пошли орехи. Так, шеф-повар, орехи? Не молчи, говори, не что молчу. Ты делаешь. Так, извините, простите, спешу. И последний штрих. О, сырое яйцо? Да. Как он быстро это и роскошно делает, очень интересно наблюдать. Вуаля, блюдо готово. Друзья, у нас уже два блюда, осталось буквально 3 минуты. Смешать, да, 3 минутки. И у нас будет салат. Итак, друзья, самый удивительный, самый приятный момент этого выпуска – это нарезание кинзы. Ну и нарезание кинзы, наверное. Итак, мы смешиваем салат. У нас уже в емкости есть натертая морковь, огурец, обжаренный синий лук. Морковь мы слегка подмариновали острым черным перцем, перцем, паприкой острой, соевым соусом и уксусом. И вот теперь сюда же мы выгружаем лапшу нашу удивительную. Необычное сочетание, но мы вынуждены все пробовать, чтобы знать, чем с вами делиться, а чем не стоит. Да. Мы вынуждены. Это наша работа. И мы, надо сказать, ее очень любим. Итак, и перемешиваем теперь. Необычно это все. Весьма необычно, но придется довериться шефу. Саш, ты готовил когда-нибудь такой салат? Естественно. Ох, да. Раз 100. Ох, да. Итак, лапшу я уже приготовил, видишь, она с лаймом, ее обязательно поливают лаймом перед подачей, кинза, вот она готова, ее как можно красиво отставлять в сторону. Как красиво, Саш. Теперь суп. Смотрите, как мы накладываем суп с лапшой, поскольку мы хотим жить долго и счастливо, как принято в японской культуре, лапшу нельзя ни разрезать, ни разламывать, поэтому мы вот суп так и накладываем. Вначале гущу, а потом... Жидкая составляющая, да. Итак, друзья, мы сегодня сами приготовили роскошную яичную лапшу и приготовили из нее же 3 блюда. У нас суп с грибами и лапшой, у нас лапша с сыром тофу и у нас салат, теплый салат с лапшой, морковью острой и огурцом. Все это довольно необычно, хочется попробовать, чтобы поделиться с вами своими впечатлениями, поэтому уходим на дегустацию. А вы быстро возвращайтесь, чтобы послушать, как мы это все будем описывать. Для приготовления лапши с тофу, зеленым луком и арахисом мы использовали. Для яичной лапши – яйцо, мука, соль. Лапша, соевый соус, рисовый уксус, кетчуп, бобовые ростки, свежий имбирь, растительное масло, чеснок, тофу, зеленый лук, яйцо, кинза, арахис, лайм, соль. Для приготовления салата из лапши и овощей мы использовали лапша, морковь, растительное масло, репчатый лук, чеснок, огурец, перец чили, оливковое масло, соевый соус, соль. Для приготовления грибного супа с лапшой мы использовали шампиньоны, мука, яйцо, морковь, репчатый лук, укроп, чеснок, лавровый лист, растительное масло, соль. Ну, наконец-то мы отведаем то, что приготовили. Начинаем с супчика. Бульон очень ароматный, грибной. Начиночка тоже. Ну, а лапша накручивать не представляю, как вот ее отсюда изъять. Ну, ты же сама говорила. Я говорила, конечно. И же не покажешь? Ого. Очень вкусно, Саш. Да. Признаться, мысленно критиковала тебя за это блюдо, потому что думала, ну, какой белорус не знает, как приготовить этот супчик. Но он получился восхитительным. Я не знала. И найдутся еще такие умники, которые не знают. Салатик. Необычная пикантная легкая паста. Не то чтобы совсем салат, но... Который уже остыл и можно называть салатом. Здорово, что ингредиенты, соус вот для этой пасты, он из сырых ингредиентов. И это очень необычно. Удалось ли нам, друзья, разукрасить сыр тофу? Это мы сейчас и проверим. Смело, смелее. Кинза, арахис. Ростки сои. Ну, как вы думаете? Удалось. Как вкусно, Саша. Да.
Здесь восхитительно звучит орех. Арахис. Обыкновенный, недорогой. Да. Браво. Спасибо. Не мне, спасибо лапше. Это она все сделала. Я лишь ее вот тут соединил с другими компонентами. И Марина мне в этом очень помогала. Друзья, мы обещали вам не вешать лапшу на уши. Мы этого не делали, согласитесь. Поэтому от вас, ну, ждем обратной связи. Обратной связи в виде ваших удивительных обедов из лапши. Отправляйтесь на кухню, готовьте для своих близких. Это захватывающий процесс. Удивительный, увлекательный, наполняющий и вдохновляющий. Готовьте, наслаждайтесь процессом, наслаждайтесь обществом друг друга и, конечно же, вкусами, которые у вас получаются. И помните, если у вас нету машинки, то вполне сойдет скалка. Это все элементарно просто. Чуть-чуть больше времени потратьте. Готовьте на здоровье.